Где я вообще нахожусь? Что это за место? Что вообще произошло? Дверь закрыта. Что за камеры меня снимают? Что было? Я помню этот сраный директор лаборатории этой воткнул в меня что-то. А Витю то ли побили, то ли ранили, то ли убили. Я так и не понял. Подождите-ка. А что это там такое? Нет. Не-не-не-не-не-не-не-нет. А, блин, это человек! Блин, у него лом. Тут мертвый человек лежит. Боже, это просто кошмар какой-то. Это труп. Это просто труп человека. Труп. Он живой? Он живой? Нет. Блин, он мертвый, у него лом был. Его же не было. Это кто были? Это какие-то зомби? А, еще труп! Тут еще какие-то трупы. Пустой. У него нет ничего в карманах. Так, а тут что? Чипировать, еще один. Капец, он больно бьет. Чипировать. Они говорят, какой-то чипированный. Боже, что это за люди, я не понимаю просто. Мертвые, как будто зомби. Ну, они разговаривают и просто говорят, какие-то чипированные. О, господи. Так, ладно, главное, я их убил и сам живой остался. Блин, надо Витю найти. Блин, он вообще живой. А вдруг это он? О, господи. Так, ну я тут уже был, тут ничего нету. Так, тут, блин, тут сломанная вентиляция, я туда никак не пройду. Еще дождь идет. Блин, может я перепрыгну? Блин, да, кстати, я могу перепрыгнуть. Давайте, сейчас я перепрыгну. Ах, капец, башка болит. Зачем я сюда упал вообще? Зачем я прыгать начал? Просто бы как-нибудь... какую-нибудь палку. Ладно. Нет, дверь закрыта. Ну, ё-моё, ну как так? Блин, может тут что-нибудь? Сундук. Мастер Кей. Тут есть Кей. Какой-то ключ. Может, он подойдет? Ура, подошел. Ход запрещен. Ну, мы же здесь были. Стоп. Стоп. Тут просто какие-то стопы. Эксперимент в кислоте крипера. Угу. Ладно, возьму эти. Может, мне что-нибудь пригодится. Ладно. А что это вообще за эксперимент? Подожди. Ты меня слышишь? Это какой-то человек. А может, он живой? Ты кто? День наступил. Ты кто такой? Ты кто такой? Руки вверх, у меня пистолет. Руки вверх. У меня пистолет. Ой.
Ух ты, блин. Блин. Это я. Кто? Маску снимай давай. Кто я? Маску снимай давай. Маску снимай давай, быстро. Кто это такой? У меня пистолет в руках. Витя, это ты? Да. Что ты там делал? Почему ты делал в какой-то кислоте крипера? Почему ты был каким-то экспериментом? Сколько я спал, твою ж мать! Мне хотели сделать чипирование. Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Ладно, это, наверное, твои вещи. Вот тебе вещи все, которые я у тебя забрал из сундука. Блин. Вот. Наверное, Нет, ладно, снайперку на ключ. А чего он? Я не знаю. Ладно, пойдем, пойдем. Только патроны не трать, у тебя есть лом. Если что, в крайнем случае, их... О, это что? Ой, да. Так, эта дверь как-то открывается, нет? Нет, открывается. Тихо, 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 там чипированные. Там какие-то чипированные люди. Там эти, там те самые люди. Это я одел твои очки-то эти. Там какие-то... Ты видишь, там какие-то люди странные. Там, я не знаю, кто. Но это те самые люди, которые на меня напали. Блин. Я понял, почему мне так тяжело дышать. Из-за того самого укола он мне прям в шею воткнул. Мне какая-то слюна густая. И капец, зрение плохое. Короче, просто подходим и всех убиваем. Короче, заходим и всех просто обстреливаем. Окей? Подожди. Дышать не могу. Открывай. Получайте, твари. Нате, твари. Застумрите, твари. Убивай их всех. Убивай. На. Фух. Капец. Так, что у нас здесь? А, тут еще, Витя. Тут еще эти зомби-люди какие-то. Убивай их. Фух. Убили. Так, а это еще что такое? Это же какое-то странное. Тут же не было этой, вот значка, короче, не было этого всего. Так где, Вить? Давай искать, может, какая-нибудь зацепка будет. Давай искать что-нибудь. Тут какая-то... Стой, куда ты? Тут какая-то... Я не знаю. Подожди. Стой. Вить, ты где? Тут вот какой-то странный проход. Пошли. Тут уже мертвый какой-то. Смотри, это те самые люди. Получайте, твари. На, получай, тварь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, осторожно, в меня не попади. Стой, тихо. Не надо, а вдруг там кто-то есть. Подожди, мы можем подышать за живот. Ладно, давай, рискнем. Это что такое? Это какая-то скрытная лаборатория? Что? Все закрыто. Может, вот этот ключ подходит? Не, ничего не подходит. Вот, не подходит. Видишь, не подходит. Подожди, тихо. Пойдем, мы посмотрим, что тут. Дырка. Ой! Тихо. Там ученые. Тихо, нет. Нет. Короче, просто заходим, просто всех обстреливаем, понял? Так же, как в прошлый раз. Подожди, открывай. Раз, два, три. Нате, твари! Получайте, твари! Что? Так, ну все, мы их всех застрелили здесь. А это кто? Это здесь... А, нет, это какой-то робот. Слышишь? Их, ну, давай каком-нибудь... Ладно, пошли. Давай, пошли. А нет, он мирный.
не будем его трогать. Опять то же самое. Мне кажется, или это... Помнишь, когда-то вот, когда мы с тобой еще в школе учились? Помнишь там что-то про энергореакторы какие-то? Все, давай допросим одного. Слышь ты, что это за генераторы и что они делают? Я вам ничто не скажу. Давай, поставим... Скажи, под... Илья, тебе ногу прострелил. Ладно. Эти генераторы питают газ, который будет... Который выпустится на весь всю Землю. И все люди будут гипнотизированы, и они пойдут в эту лабораторию. А мы из этих людей, которые пришли, будем делать чипированных людей. И они будут подчиняться нам. Ну, понятно. Ну, пусть он тут танцует. Пошли. Мы не должны этого допустить. Мы должны Вивисю спасти. Мы должны их уничтожить как-то, генераторы. Ну, только ты. Я как раз нашел ключ. Побежали быстрее. Побежали, только один вопрос, какой это дверь? Так, не от этой, вот от этой. Оп, открылась. Опять здесь какие-то компьютеры. Еще один генератор и ключ. Вот он, еще один генератор. Мы не должны допустить все это. Давай вернемся и спросим, сколько их. Пока что мы с тобой только 3 нашли. Да пошли. Давай у него. Робот. Слышишь? Давай у робота. Слышишь? Где? Сколько здесь генераторов, которые питают газ? Их 4. Вы ничто не сможете сделать. Вы не победите, вы проиграете. Вас чипируют. Судя по его голосу, он либо сказал меньше, либо сказал больше. Он сказал, что их 4. Точно? Да. Их 4? Да. Я вам все скажу, но у вас нет смысла этого слушать. Потому что вы проиграете, вас чипируют. Вы умрете. Заткнись! Я тебя застрелю. Робот, прием. Но он не слышит нас. Короче, открывай эту дверь. Все. Тихо, я что-то слышу. Там ученые. Что, там ученые, что ли? Я что-то слышал. Всем стоять. Это... Босса, быстрее босса сюда! Расстреливай их! Расстреливай их быстрее! Ай-я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 й, Коля, ты в меня, Витя, застрелишь! Подожди, я посмотрю в базу данных. Что это может быть? База данных заблокирована. Лифт какой-то. Какая-то комната пустая. Всё, подожди, ну тут еще какая-то комната. Тихо. Тут ничего нету. Вить, ты видел это? Тут просто какие-то, да. Какие-то, я не знаю, какие-то... Компьютеры, но тут никого нету. Тут какие-то сейфы и эксперимент. Книга под именем «Эксперимент» и очень много взрывчатки, динамита. Так, ладно. Угу. Так, ну что это за эксперимент? 03.07.2024. Мы ученые, разрабатываем генераторы, которые питают газ. Этот газ гипнотизирует людей на всей планете. Они как зомби идут в нашу лабораторию, и мы их чипируем в мозг. И эти генераторы можно взорвать взрывчаткой. И в чем смысл этой книги? Но мы уже все это знаем. Я думал, это написал у кого-то предатель. На, подкачайся, нам еще долго думать. Да. Иди сюда. У меня план есть. Хе-хе-хе!
Наконец-то появилась связь с его маской. Ну все, детишки. Я сейчас ему перекрою кислород. Ха-ха. Вы никогда не отсюда не выберетесь. Что это было сейчас? Это что? Что за звуки? Витч, с тобой все нормально? Давай я сейчас сниму маску твою эту сраную. Фух. Так, ладно, иди сюда быстрее, у меня есть план. Я надену спасатель. Подожди, а тут еще какая-то комната. У тебя же есть очки от ночного зрения, я тебе их давал. Ну-ка. Давай. Офигеть. Это что за такое? Это какой-то огромный робот? Давай попытаемся как-нибудь на него залезть. Как иди? План. Как? Иди сюда. Как я мог к нему у меня есть динамит и генераторы, там никого нету. И то есть сейчас мы просто пойдем и все это взорвем. Только осторожно будь, окей? Все, пошли. Хорошо. Кончился динамит, чем взорвать последний генератор. Что делать? Блин, это кажется провал. Смотри, что у меня есть. Ничего себе. Это наш шанс. Давай. Стой, подожди, я забыл тебе сказать. Не-не-не-не. Если мы взорвем, то и остальные генераторы взорвутся. Нам хоть времени хватит добежать до робота этого огромного. Надеюсь, да. Давай, взрывай. Взорвалось все, Вить. Бежали быстрее. Быстрее. Стой! А ну стоять! Ну все. Че? Беги. Ладно, хорошо.
Я поставил здесь бомбу. Вам ничего здесь не угодит. Ай, нога болит. Эх, капец, нога болит у меня. Витя, нет. Витя, нет. Он в огне. Ой, горячо. Ой, горячо.